Всем привет! Мне пришла посылка с бумажной косметикой. Давайте откроем и посмотрим, что же нам прислали. Вау, как много всего! Первое, что я вижу, это набор кисточек. Вот такие красивые. Дальше две масочки. Одна маска с ромашкой для тела, а другая это кофейный скраб. Она сделана как сквиш. Еще есть вот такая маска с аманкасиком. Она тоже выполнена как сквиш. Вот такие тени. И они переливаются. Еще здесь три лосьона. Фруктовый, глиттерный и просто лосьон. Такие классные тени с облачками. Это патчи. Здесь апельсиновые патчи. Патчи с жвачкой. С черникой. И золотые патчи. Вот такой бальзам для губ. Крышечка в форме солнышка. Вот такая бумажная косметика нам пришла. Это вся моя старая косметика. Я сделала бумажный органайзер для своей косметики. Сейчас мы его заполним. А сейчас я начинаю выполнять ваши заказы. Соберу бокс для Ани. Упакуем сегодня вот такой пакетик. На А апельсиновые патчи. На Н набор кисточек. На Я яблочный крем. Спасибо за заказ. Подписывайтесь на мой канал. Пишите свои заказики в комментариях.
Всем пока-пока!